Центр адаптивного спорта в Ноябрьске получит существенную поддержку от округа. В 2020 году в учреждении улучшат условия для тренировок и обновят инвентарь. Помимо этого, в округе поддержку окажут еще 5 учреждениям. Губернатор распорядился в следующем году увеличить финансирование спортивного направления. На Ямале начнется возведение 20 новых объектов. 10 из них откроют уже к концу 2020 года. Появится у спортсменов и возможность чаще выезжать на всероссийские и международные турниры. Представители окружных команд даже обеспечат экипировкой.